И на старт восьмой скачки, призу в честь Дня России. Ну что же, Падишах Эклипс вырывается вперед, как мы этого и ожидали. Там же Азарт Барс, очень кучно идет компания, тут же Мирзабек Ройал Прайд. Падишах Эклипс повел скачку, рядом с ним тут же по пробке Авентадор. Лошади преодолевают первый поворот. Авентадор захватывает Падишах Эклипс, они идут в борьбе за лидерство. Падишах Эклипс на пол корпуса выезжает в лидеры под седлом Гусейна Гусейнова. И вдвоем они лидируют больших преимуществом. Авентадор вторым. На третье место выходит Азарт Барс. Тут же рядом с ним полевой стороной Советник. Рядом с ними Мисс Флёр. И там же понижает Лорд Бурбо. Итак, по противоположной прямой. Скачку продолжает вести Падишах Эклипс. Падишах Эклипс впереди. На втором месте Авентадор. И тут же понижает Азарт Барс. Лошади входят в последний поворот. Полевой стороной тут же Советник. Скачку ведет Падишах Эклипс, и тут же Азарт Барс. Азарт Барс идет очень уверенно. Азарт Барс выходит на второе место. И сейчас будет выход на финишную прямую. Скачку ведет... Вперед выходит Азарт Барс. Азарт Барс повел скачку. На втором месте тут же Падишах Эклипс. На третье место выходит Лорд Бурбон. И тут же полевой стороной Советник. Финишная прямая. Азарт Барс лидирует. На втором месте идет тут же Падишах Эклипс. И по пробке тут же Лорд Бурбон. По финишной прямой. Скачку ведет Азарт Барс. Ему подъезжает Лорд Бурбон. По финишной прямой. Скачку продолжает вести Азарт Барс. Лорд Бурбон вторым. Далее Азарт Барс впереди. Азарт Барс лидирует на последних метрах дистанции. Лорд Бурбон не берет. Азарт Барс выигрывает скачку. Азарт Барс первым. Лорд Бурбон вторым. Советник третьим. Падишах Эклипс.